кто знает, что в бизнес-сообществе округа ведущие позиции не только у мужчин. Крупные предприятия и компании возглавляют прекрасные дамы. Они вышли с инициативой провести первый женский деловой форум. И сделали программу интересную для женщин по бизнесу, по активному образу жизни, по каким-то новым, по бренду своих соцсетей. Поэтому будем продолжать. Формат форума пришелся по душе участницам. Эта работа будет продолжена. В этот раз к форуму присоединилось 70 предпринимательниц. Организаторы считают, что это только начало. Бизнес-леди в Одинцовском округе есть, и им есть чем поделиться с коллегами. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».